Посмотрим на правду. Прикованным взглядом в рот заряд. О, сукин ты сын! Хочу посмотреть. Нет, не стоит! Ольга Бузова in the house. Что это за звук? Я думала, ты не услышишь, я пернула. Пиздец, блядь! Вы кто такие? Я вас не звал! Идите... Антон! Бей быстрей! Убивай, блядь, мясо! Насекаешь, потом... нахуй, он меня сожрёт, блядь! Я тебе помогу, блядь! Давай мясо! Потом мясо убегает, капец! Соня, отдай бутылку! Отдай бутылку, Соня! Соня, отдай бутылку! Вот построили новый дом. Здесь у нас печка, а здесь будет телевизор. И очередной ёба-зверь, простите, йода-зверь для умиления и приколов. И трогай кнопки. Пожрем, пивка мажем. Пошли? Нет? Ну что ты такой-то нервный? Мы с тобой побежим. Побежим? Алкаш такой, не знаю, куда бежит она, но он точно за чекушкой до закрытия. Мам, она наращивает ногти. Да у меня не нарощенные, а свои, еще и грязные. Потом ручки. Не сраку вытерти, не браслет одеть. Мам! Хули кота за яйца тянем, садись, поехали. Мы не мечта гламурных моделей, мы шоферы российских газелей. Вот, я купил мышку. Вроде мышка хорошая, удобно держится, хорошо чувствуется, но вот есть одна проблема. У меня нет компьютера.
I just want to cut the fuck out of my hand. Jesus Christ, this thing is cooking. What the fuck? Да, так сложно играть. Но знаете, Skyrim на микроволновке прошли. Ничего страшного. Мы и Need for Speed на наушниках пройдет. Ну, я поясню. Вот тут ВВП, а вот тут планка. Это дохуя денег. И мы эту планку в дохуя достигли и перестигли. Больше, чем мы ожидали прогнозировать. Да, вот здесь видно, как график пробивает цель, и мы как бы стремились, продав трусы и унитазы, заработать дохуя, а заработали вообще дохуя. И мы по вашему поручению в пятерку крупнейших экономик мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли. Вот пятерка, нас здесь нет, потому что мы вот здесь. Вот тут мы, да? Нас не видно, потому что мы тут. Все вы любите новые Мерседесы, красивые такие стоят, а вот обратная сторона медали, вот он, блядь, S-класс ебаный, машина с кучим геморроем, чувак оставляет в кассе 800 тысяч рублей, скидывается два подрамника, меняется поддон двигателя, так как из этого ебаного фуматика разбило весь поддон двигателя, задний мост тоже, чтобы поменять стабилизатор, нужно снять заднюю балку. Ой, ты чей хвостик тащит тут, ай? Пелюшевый залупатый, почему опять пачет залез? Ай, бля, проводочки не трогай, оставь на месте! Блять, ушастый.